Да, привет, друзья. Всем привет, с вами Кентавр, и добро пожаловать в игру про зомби, где нам нужно выживать, короче, стоять под дождем, мокнуть и, само собой, строить вот такой вот домишко. Домишко для того, чтобы защищаться от тех же зомбаков, о которых я уже говорил. Что ж, давайте выйдем, надеюсь, никого тут у нас нет. И начну сразу же с того, что как бы я делал вне серии. Вне серии я собрал немножко дровишек. Прям вообще немножко, тут как бы их мало, но все-таки 8-9 дров как бы тоже нормально. Дальше, это не дров, это у нас бревна. А дрова для нашей печечки и камней целых. Я не знаю, сколько здесь штук, но, блин, ну целый ящик, короче, да. И сегодня, так как у нас седьмой день, даже седьмой день вечера, это значит, мы с вами встретимся с ордой, да. Придет орда зомби, которая нам прям надерет задницу. Ну, надеюсь, такого не случится, но то, что она придет, это как бы факт. Смотрите, у нас тут вырастает все это дело. Даже саженец дыни и кукурузы уже, даже дынька и тут. Ага, вот эта дынька у нас, кукуруза, выросла уже, да. Это у нас огурец, скорее всего, и арбузик. Они еще не выросли, ничего страшного, как бы сейчас оно будет. Что ж, сегодня крышу. Не знаю, будем делать или нет, но заборчик, это прям обязательно. Смотрите, прямо сейчас, прямо на ваших глазах появится деревянный забор, который требует 6 бревен, веревок 4. Правда, с веревками, у них хера себе, он здоровый. С веревками-то, я думаю, надо еще решить проблему. А, кстати, я еще вне серии забил вот это вот все палками, досками, то есть... Ты понимаешь, сколько я работал? Полностью здесь, полностью там, полностью сзади, там все забито. И вообще круто. Плюс к этому вот эта стойка этих, как его, не бревен, а это бревен, то есть, погоди, это у нас дрова, да, бревен. Тоже как бы сделал как бы вне серии, ничего страшного. Надеюсь, простите. Что ж, заборчик. Самое главное, чтобы он у нас был ровненьким, то есть, в смысле, параллельненьким. То есть, параллельно к нашему дому, чтобы было красиво. Если я буду домик расширять, это будет у нас не слева, извиняюсь, а с правой стороны, значит, а сколько на сколько это делать-то? Какие еще тут у нас инсталляции могут быть? Блин, ну я фиг его знает какие. Так, давай я, короче, где-то вот здесь, наверное, начну. Наверное, да? Нормально так будет? Или мало? Блин, этого мало может быть, как бы. Хотя нет, нормально. Можем и туда, и сюда, короче, расширяться. Везде, короче, куда хочешь, можешь взять и расширяться. А это стыкуется? Игра, ты что, прикалываешься? Ты это не стыкуешь? Да ну. Это нереально. То есть вручную надо ставить? Ёлки зеленые. Так тут задолбешься, блин. Задолбаешься, то есть. Это все прям стыковать так, чтобы было красиво. А если крутить, вертеть шифтом как-то? Ни хрена. Плохо, вот это вот нам уже не нравится. Так, параллельно. Вот так вот. Блин, ну что поделаешь, друзья. Вот такие вот нюансики у нас. Правда, вот это вот дерево мне прям жестко сейчас мешает. И, кстати, есть тут телега какая-то. Нужно проверить, как она работает. Потому что ясный хрен, что с телегой будет намного удобнее. Блин, сюда куда это уже ставить-то? Некуда. В принципе, некуда. Окей, заборчик, иди сюда, заборчик, ты нам сейчас нужен. Мы тебя сейчас будем стыковать параллельно, параллельно, красиво, красиво. Блин, придется вручную, это же полный трындец, если все это вот дело вручную ставить. Это же капец-то, елки-палки. Но заморочиться нам придется. Здесь уже можно уходить вот сюда вот. Да, вот так вот, в 90 градусов, короче, уйдем. Блин, ну это капец, смотри. Чпунь, красиво, да? Можно, мне кажется, здесь даже ворота какие-то ставить. Нужно проверить, как у нас тут с воротами обстоят дела. Нормально вообще? В ряд? В ряд. Отлично. А что по зомбакам, кстати? Как-то они давненько у нас не были. Не были. Не бля. Не бля. Зомбака не бля, случай. Вази, вася. Вообще, зомбака не бля. Надо сейчас нормально сейчас сделать, чтобы у нас зомбаки уперлись в этот заборчик. Блин, тут на этот забор работать надо будет, чтобы его захимичить. Чё-то мне кажется, что мы уходим вправо. Чё за дела? Чё, серьезно, блин? Да, ё-моё. Вот об этой параллели как бы я и говорил. Именно об этой...
Твою же медь. Эти надо удалить. Как тебя удалить? На делит? Серьезно? Подтверждаем. Давай, удаляем. Подтверждаем. Потому что вот об этом я и говорю. Что что-то у нас тут пойдет не так. Темно, но хоть и ночь, но можно как бы по-любому над этим поработать. Нифига не видно. Страшно. Ночь. И ни хрена не слышно прям. Вообще. Ни зомбаков. Все тихо. Только кабанчик здесь бегает и гуляет. А я тут забор якобы поправляю. Но ничего, придется поспать, потому что это вообще не вариант ночью работать, но это не мое. Зомбак, зомбак. А ну-ка иди сюда. Давай, давай, че? Думал, я испугаюсь? Думал, я испугаюсь? Ни хрена, я уже... Я уже привык, вот так вот. А где стрела моя, блин, ё-моё. О, какие нехорошие зомби. Какие же нехорошие зомби. Так, скабанчик, ты там гуляй, я тут, смотри, как, какую красоту навожу-то, а. Опля, а ну-ка иди сюда, маленький. Вот, говорят, перья нужно собирать, поэтому как мы их собирать будем. Почему, я не знаю. В комменты написали, что из перьев делается одежда. Хрен узнает, правильно это, то есть правда это или неправда, я не знаю. До этого мы еще не дошли, но потихонечку мы с собой, само собой дойдем. Так, это у нас 8-й день, чтобы вы понимали. Да, это прям целый 8-й день, значит, осталось ровно 2 дня, и нам наступит трындец, ну, само собой, если мы будем не подготовлены. Значит, мы готовимся сейчас... к этому, к орде, к многим-многим зомбакам. Не знаю, сколько там будет, но пару штук по-любому будет, и придут они одновременно. Надо будет их вальнуть и защитить себя. Смотри на него, как... Блин, чего они такие частые? Я не пойму. Слышь, зомбак, блин. Говнюк. Что ты там делаешь? Гуляет. Он... А, я думал, меня не видит. Так, копьем попадем. Давай-давай, поближе, поближе. Подходи. Отлично. Наловчились. Это хорошо. Копье, правда, так тратится, но ничего страшного. Зато смотри, какую красоту мы сюда наводим. Мы здесь наводим. Короче, с правой стороны я сделал немножко пошире, да. Потому что если расширение дома будет, я не сюда уйду, а уйду вправо, походу. И тем самым заборчик уже будет готов. И довольно близко. Кабанчик, я тебя завалю сейчас. Довольно близко к воде. Как бы это нам нравится. Дальше, что мы делаем? Мы делаем ворота, но, наверное, не здесь. Так, давайте вот сюда. Тут ворота вообще есть, потому что мне дверь какая-то нужна. То есть калитка. Калитка, что ли? Калитка. Сейчас мы калитку найдем. Калитку. Так, сынука, покажи. В этой раме внутридеревянная. Внутридеревянная половинка стены. Че, серьезно? Нет? Слышь, мадам, ты где там мурлыкаешь? Та еще, блин, лиса. Иди сюда, кому говорю. Иди сюда, лисичка. В башку тебе. Ха, она еще нападать хочет. Ну, окей, я убегу, как бы. Мне не проблема. Ну-ка, давайте посмотрим. Выносливость мне хватит. Давай, беги, беги. По-любому должна же сдохнуть с этого. Ну, от кровотечения. Ты лук хоть бери в руки, на всякий пожарный-то. Она упала, мне кажется, уже, да? Да, да, она упала. Мы вообще молодцы, стаминка, правда, ушла прям в ноль. Если сейчас бы зомбак к нам подошел, то все. На этом бы наши побегушки бы пропали. И это вот, и мы тоже бы, наверное, пропали. Так, что поэтому? У нас нет забора? Деревянный, ух ты, даже окно есть, я до этого не знал. Плоская деревянная крыша. Серьезно? Хм. Фига себе. Вот этого тоже не знал, как бы. Это меня тоже сейчас удивило. Прямо удивило. Такие у нас тут разработчики. Современненькие, понимаешь ли. Плоская деревянная крыша. Ха. Кабан. Ну это же мясо все-таки, да? Как вы думаете, это мясо? Это мясо, скорее всего, мясо. На всякий случай сделаем вот так, я отойду подальше, чтобы у нас было немножко времени, как бы, да, и давай. Да, это промазал называется.
Так, Кент, не позорься, Кент, не позорься. Не мажь, не мажь. Вот, кабанчик сейчас должен как бы упасть. Ну, пошли. Берем, короче, по-любому в руки свой лучецкий на всякий пожарный. Убег... Арбузик, арбузик, сейчас вернусь, сейчас вернусь. Арбузик, как бы важная тема. Кабан, сдохни же ты, ёл... Да, спасибо, большое спасибо. У меня выносливость прям на нуле, прям. И поэтому большущее тебе спасибо. Да и за мясо как бы тоже спасибо. Но где копье мое? Забрал? А, копья нет, да? Да, копья, блин, нет. Все, копье у нас сломалось, окей. По крайней мере, у нас очень много, как я понимаю. Не так уж и много мяса. Давайте сейчас немножко займемся своими, так сказать, делами по типу еда-вода, потому что, ну, как иначе, иначе вообще никак. Воды у нас ноль. Наверное, я возьму вот это, съем вот это. Жажда у нас падает прям так же в ноль. Отлично. Попить, шикарно. Белочки еще немножечко. Здесь, здесь, где у нас зажигалочка? Зажигалочка, дрова у нас тут, да, дров хватает. Мясо, мясо, мясо есть. Отлично, насчет воды не парюсь, потому что у нас там, смотри, у нас там это вот арбузик где-то, где-то, вот он. Арбузик, арбузик, забираем. Это нам и вода, и еда, и все, что хочешь. Съесть, съесть. Витаминчики, углеводы. А где тут углеводы? 10, 10, понимаешь? 10 углеводов. А у этого, у огурца тоже 10, кстати. И здоровье, и все это вот. И здоровье даже на десяточку. Ха, приколись, кукуруза 0, здоровье поднимает. Огурец здоровье поднимает. И... А мясо ничего не поднимает здоровье? Мало, очень мало. Короче, огурцы для здоровья — это крутая тема, походу. Шикарно, шикарно. Еще кое-что новенького как бы себе. Ну, там еще арбуз выучили, то есть узнали. Там у нас и арбуз. Короче, плодородная земля у нас тут. Довольно плодородненькая. Вопрос: как я буду открывать все это дело? Зачем делать забор, если у тебя нет... Кстати, а столб? Не, столб сюда не ставится. Я думал, столб там и... А можно ли как-то материал добавить и сделать из этого калитку? Хрен его знает. Не, ну ты представляешь, я нашел как бы все. Бревен 12. Ё-моё. Медных слитков 4. Ни хрена себе. Сказал я себе, друзья. А что-то подешевле, нет? Справочник, не, ни хрена. Ё-моё. Медных, а где у нас медь-то? Ну окей, я как бы тебя поставлю. Это, it's not a problem. Но все же дороговато, мне кажется. Параллель ищем. Это тебе не параллель. Это тоже не параллель. Нормально? Нормально, отлично. Не то, что нормально, прям шикарно, прям. Сейчас, погоди, мы прям на твоих глазах ставим будущее ворота. Будущее нашей этой земли, скажем так. Смотри, дальше сейчас мы тут дополним вот это вот великолепие. Вот такое вот великолепие. И должны как-то попасть прямо в угол 90 градусов, более-менее 90 градусов к этому, к этой стене. Надеюсь, мы сейчас попадем. Блин, вот говно. Придется немножко расширить уголочек. Уголочек, значит, смотри. Такс. Убрать. Убрать. Сейчас, секундочку, друзья. Сейчас все сделаем. Так, здесь, скорее всего, ровненько пойдет. Здесь, да? Кабанчик, еще один кабанчик. Что, серьезно? Кабанчик, еще один. А здесь нам придется немножко, ну, химичить, короче. Да? Получится у нас химичить? Так, я хочу прям хорошо, чтобы было захимичено. Но поверни... Не-не, не так, не так, не так. И так тоже как бы нельзя. It's... Нормально. Нормально, где ты? Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Через забор смогу? Конечно смогу, иди сюда. Дай стрелу, во-первых. Вот так вот. Фух, ну обосраться можно. По-любому можно обосраться. Жестко. Серьезно, через ворота не можно, нельзя пройти, а через это можно, отлично. Жесткие, на самом деле они жесткие, то есть звучат жестко. Я знаю, можно их потише сделать, вы мне писали об этом, спасибо за за все это вот дело, как бы, но мы не будем, да, мы не будем.
то веревок надо до хрена, вообще до хрена веревок. Давайте хоть одну часть забора поставим, сделаем, чтобы было понятно, чем мы тут химичим. Вот так вот. Вот. Не-не-не-не, ты что иметь, блин? Иди сюда. Ну, вот сюда вот тоже поставь. Вот, отлично. Ты не ту кнопочку нажимал. Давай, давай, забирай, забирай. И сейчас, секундочку. Сейчас нам веревочек нужно тут, да, хрен на веревочек. 4, у нас заборов здесь сколько? У нас тут очень-очень много. Из растительного волокна, вроде, если не ошибаюсь. Из растительного волокна у нас делаются заборы. Так, это мы делаем вот сюда. Это мы ни хрена не сюда, потому что не влезает. И дождик, да? Мне кажется, когда ты дома, нужно закрывать двери, потому что, ну, иначе зомбак зайдет, ты ничего не почувствуешь, не узнаешь, не услышишь, как бы. И это будет маленько плохо. Это будет плохо. Так, что мы ищем? Мы ищем побольше этих волокон. Скорее всего, из них и делается. Я уже как бы немножко это... Надо вспомнить. 25 вроде там было, да? Для этого всего... Комплект, да. Мне нужно 50 25 веревок, короче, из 50 волокон. 50 волокон. Сейчас смотри, чпоньк. Чпоньк, изготовить. Дальше, чпоньк. Блин, ну идеально легко. О, столько вот этих вот веревок мой персонаж прям не тянет. На 1 килограмм больше. Давай, давай, дойдешь сейчас. Ну, расть. Двасть и тыкаем. Шикарно. Короче, с веревками вообще идеально. Я думал, потруднее будет. Чего-то не хватает. Бревен, иди сюда. Хоть два забора сделаем, да? Но бревна нужны. Бревна по-любому нужны. Круто, красиво смотрится, кстати. Очень красиво смотрится. Веревки тогда мы сейчас тут понатыкаем в таком случае, потому что они у нас есть. Да, следующая партия. Да, что-то думал, что так легко. Еще 50 веревок. И целых 100 этих волокон. Где там в этот волк? Нападет же гада. Ха, так он близко прям от нас-то. Так, тут веревки ни хрена не добавил. Давайте мы сюда тоже добавим и делаем дальше. Здрасте, господин зомби. А что вы там потеряли-то, я не понял. Господин зомбак, у меня копья нет, да? Давай, давай, беги, беги. Чё ты, я думал, я испугаюсь, что ли? Ну, чё он там? В смысле? А чем там бил-то, я не понял. Блин, стрела пропала. Нужно стрелу побольше сделать, потому что орда ордой. А че он там бил? Странно, все целое. Ну тут само собой у меня все сломано, как бы дверь даже, да? Но ничего страшного. Так, я тут собираю себе воду немножко. Дров, мне кажется, тут мало. Сейчас мы возьмем одну штуку сюда понатыкаем и... Так, я не понял, я взял, отлично. И зажжем. Такс, готовься, водичка. И мясо мы, само собой, да не сюда. Сейчас мясо мы вот сюда. Это приготовим. Что там такое? А что это? Да ну, ух ты. Ты прикинь, испорченная еда. Так, ну-ка, секундочку, 15 минут осталось этой, да? Ага, и еда-то у нас портится даже, вот оно как. Короче, нужно попробовать, а что с ней делать? Съесть? Да ну, вес, жажда минус 5. А как это можно выкинуть? Она, надеюсь, пропадет, как бы я ее вот как-то вот сюда вот на кучу вот как-то вот чпоньк. Из нее вроде бы ничего такого другого не делается, да? Тут у нас час 49. Окей, портится. Ну, я знал, что там таймер как бы идет, но думал, до этого не дойду. Так, вода у нас тут готовится. Мне нужна телега. Чтобы рубить так много дров, значит, мы должны воспользоваться телегой. Телега. Вот она. Тележка для бревен. Бревен 3, досок 10, железных слитков 1. Такс. Железных слитков 1. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять или десять, сколько там было? Досок 10. Блин, еще одна доска. Так, отлично. Отлично. Сколько там железных слитков у меня вообще как бы есть? Или у меня их нет? Что-то я помню, что мы их
не делали. Так, сделали как бы, но я его уже использовал, этот слиток. Железный фрагмент, иди сюда, иди сюда. А вы, господа, тут... А, нет, не хочет так. Окей. В таком случае... В таком случае мы вас берем. Мы берем одно бревнышко. А, должно хватить. Насчет железа, кстати, я не знаю, может железо чуть больше плавится. Но может быть одно бревно и хватит. Сейчас посмотрим. Глянем. Да, нормально. Нормально, тут намного меньше, как бы этот двигается, здесь вроде двигается. И сейчас у нас будет железный слиток. Но! Бревна нужны один. Так, стоим бы. Бревна нужны. Короче, мне тут как минимум один забор здесь и один забор здесь нельзя оставить, потому что пока я не сделаю ворота, я через них не пройду. Это проблемка, но ничего страшного. Поправимо. Давай, руби. Смотрим. Раз, два, три. Все. Остался один железный слиток поставить, и вроде бы как мы в этом, в шоколаде. Половиночка, да, по одному бревну хватает для всего этого вот сполна. Потом мы сюда можем закинуть камни, да, почему бы и нет. Раз, по одному вроде бы можно, да. А здесь нам нужна медная руда была, да, или... Так, игра, блин, да, в смысле, покажи, что тут, что надо. Медный слиток 4. А у меня есть вообще меди? Потому что у меня там в ящике кое-что я заметил. Так, медная руда, блин, только 2 штуки. Также 5 нужно, да? 5 штук, чтобы сделать один слиток. Или это уже не так? То есть по одному этому, по одной штуке и будет одна медная. Это вот медный слиток. С кого она выпадает, я хрен его знает, я так и не разобрался, но с кого-то она все-таки, эта вот руда выпадает. Так, иди сюда, ты вот сюда, пока у нас там горит, значит, будем этим пользоваться. Такс, расть, отлично, один слиток у нас остается, ну, наверное, пока что временно, как бы здесь. И... Что с ней делать? Здоровая такая. Блин, у меня лошади нет, как бы. Но есть кабанчик. О! Я буду вместо лошади, походу, да? Нормально. Ну, как бы тоже вариант. Так, секундочку. Секундочку. Кстати, так это вообще идеальный вариант. Знаешь почему? Потому что вот эти вот большие бревна... деревья, то есть. С них... Выпадает намного больше бревен, но правда больше ударов нужно нанести. 3 удара на маленькое дерево. И, наверное, 5 ударов на вот это вот. Тихо. На вот это вот большое дерево. Выпадает здесь бревен намного больше. И, кстати, да, выгодно. Не знаю, почему я раньше этим не пользовался. Но, походу, это очень выгодно. Давайте дальше. Тоже рубить. Давай, падай. Раз, два, три. Есть контакт. Сколько еще влезает сюда? О, много влетает. Иди сюда. Раз ты у нас так, такая, блин, удобная телега, капец, блин. Почему раньше не пользовался? Видел ее, но что-то думал. Телега так, телега. Смогу ли я и так? Не, нельзя. Так, иди сюда, тоже на кучу поставим. Вот сюда вот. Блин, ну сколько мы тут запихнули? Раз, два, три, четыре. Так, я не пойму, сейчас, погоди. Раз, два, три, четыре. А непонятно, кстати. Кстати, на самом деле непонятно, немножко непонятно. Так, погоди, давай я пойму. Раз, два, три, четыре. По четыре в ряд вмещается, да? 4, 8, 12. Ну, много, короче, много. 12, где-то 16 этих у нас тут влезет. Не-не-не, давайте забери отсюда вот так вот по 3 штуки. И вот сюда можем складывать. И, кстати, мы сейчас заполним полностью вот эту вот, ну, как ее... полочку, и обязательно сейчас достроим заборчик. И, кстати, это тоже хороший вариант. Да, кстати, я уже сказал уже третий раз. И... да, хорошо рубить деревья, потому что растительное волокно нам нужно. Нам еще не хватает немножко веревок. Я вот до этого момента сделал веревки, поставил, а здесь у нас веревок не стоит. Или не стоят. Так, иди... Стоять. Мы вот так вот будем делать. Тут стоят, ни хрена не стоят. А я же говорил, что один заборчик мы тут ставить не будем. Погнали рубить, ищем здоровенные, здоровущие деревца.
Ну и да, я заметил это, я заметил. Ты думал, я не заметил? Все заметил, огурец, блин, огурец у нас тут появился. Прям в лесу, слушай. Это же вообще идеально. И давайте сейчас все-таки кушать будем, раз у нас все это вот пропадает и портится. Час, час. Здесь у нас час остался, час. А у меня же были какие-то фрукты, овощи, где было больше часа, мне кажется, не? Не было такого? Странно. Очень странно. Ну так уж и быть, съедим. Да тоже съесть, раз у нас такие дела, как бы. Щедрая у нас земля здесь. Поэтому... Где рубить? Это прям все вот эти вот здоровые рубятся, да? Прям вообще... Брось телегу. А чё не бросает? О, нормально. Не сработало как-то. Топорик сломался. Камушек, кто видит камушек? Я не вижу камушка, но у нас топорик сломался. А если у нас топорик сломался, это плохо. Кстати говоря, если у нас топорик сломался, сейчас у вас вам тоже лайфхак как бы покажу. Во-первых, у нас арбузик слева, это хорошо. И во-вторых, у нас есть вот такие вот дела. Во-первых, мы делаем вот это вот. Так, стоям. Вот так вот. Мы делаем вот так и делаем каменный топор. Все, это вот как бы решено. И насчет камней тоже лайфхак. Я про это не знал. Но это логично, с одной стороны. Но об этом я не думал. Почему не думал? Потому что я не думал. Я думал, что надо делать все по-нормальному, как бы. Передвинуть. Мы можем все это дело передвинуть. Ну, мне так сообщили, что Кент, лайфхак прям идеальный. То есть на все жизни, случаи жизни. Ставишь сюда. Да. И тебе даже телега не нужна, ни хрена не нужна. Но, само собой, это пока этот разраб не увидел. Как только он это все дело увидит, он пофиксит. Потому что не нравится разрабам, когда люди такие вещи делают. Такс. Но, идеально же, да? Сколько у нас тут камней? Ты же знаешь, что мы много камней как бы таскать с собой не можем, потому что там перевес, там все эти вот дела. Вот. Вот так вот. Взял ящик с собой, перетащил все, что нужно. И, блин, все как по часам работать будет. Перевеса ни хрена не будет. Да. И, блин, тут так много влезает. Я думал, ящик-то поменьше возьмет. Но он красавчик. Ящик красавчик. Да. Ящику еще красавчик я не говорил. Ну, а сегодня у нас первый раз, короче. Все. Отлично. Все, вот сейчас как бы уже это предел. 30 килограмм у нас нормально. Передвигаем и передвигаем ящик домой. Таким образом ты можешь сделать там пустой ящик, как бы, ну, и забрать с собой пустой ящик, чтобы такие вещи творить. Ну, это чудеса, короче. Это чудеса этой игры. Ну, не знаю, кабанчики, они агрессивные, как бы. Я не знаю, что он тут делает, но все-таки он гуляет. Пусть гуляет. Че он звенит? А, у нас еще камни есть. Че с ним делать-то? У меня же перевес как бы, да? Из-за них, понимаешь, да? А если я еще один из ящик замучусь здесь себе? Хранилище. Эх, железный слиток. А нужно ли мне это? А не нужно. А знаешь, что оно нужно? Печь еще одна. Еще одна печь. Вот еще одна печь, она была бы вообще кстати. Так, сверстаки, хранилище нет, электричество... Другие, вот. Камушек 25. Вот так уже как бы немножко логичнее будем действовать. Что-то как-то мне этот наклон не нравится. Ну, ты понял, угол, короче, не наклон, а угол. Да, камушки засунь сюда. Волк задолбал, блин. Сейчас завалю. Да ну, здрасте. Волк, ты главное не двигайся. Главное ко мне не ходи, потому что это черева... Ого! Три железных этих штук мы с вами вытащили. Три аж, ты понимаешь? Три. Так, иди сюда. Будет пять. Это вообще круто. Мы обязательно сюда прям автоматически ставим сюда. Это нам не надо. Тут у нас... Что тут у нас? Тут у нас ни хрена нет. Значит, бревнышко. Короче, бревнышко, иди сюда. Да, одно бревно хватает. И один... Бери, кому говорю, и один камень. Правда, надо было взять побольше. Правда, нужно было побольше захимичить. Отлично, гори-гори, ясно, как говорится. И забираем. Сейчас мы вот так вот себе полностью завалим
Перевес, не перевес. Сколько там у нас? Отлично, отлично, отлично. И еще один камушек, у меня перевес как бы... Перевеса нет, потому что 48,95 этих килограмм. Блин, два камня не хватило. Вот так вот. Блин, ну круто, круто. Игра нравится, игра очень прикольная. Она такая прям, в нее приятно играть. И, ну, прям, не знаю, прям чувствуется, что с душой. Разраб сделал все это вот дело, как говорится, с душой. Забирай. Раз у нас две печки, значит мы это будем, как говорится, юзать. Сюды, туды, вот сюды вот. И зажигай. Правда, это нужно делать как бы регулярно. Вообще регулярно бегать туда-сюда, блин, камни тыкать. О, жажда, в чем дело? Съесть и съесть, и жажды у нас не будет. Водичку еще взять и попить. Во, отлично. Белочек. Да и с белочком тоже как бы проблем нет. Телега. Да, телега ждет. Где-то ее тут, это, кинул. Вот она, да, отлично. То есть я еду с телегой, и он меня не видит? Серьезно? Ха-ха, заметил. Заметил, здрасте, здрасте. Ну давай, бегай, бегай. Как он интересно бегает, он вообще красавец. Нормально. И стрелы даже мне не ломает. Шик. Жирочек мне дал немножко. Дал немножко жирочка. Ну, друзья, вы тут как бы пока расслабляетесь, вы тут просто смотрите, да? А я тут работаю, да? Чтобы понять. Тихо, тихо, бросай, бросай, не надо так, так делать. А мы тут химичим все забор. Долго это делается, на самом деле долго. Я не знаю, если мне хватит всего этого времени. Ну, потому что у нас сейчас какой день? Восьмой день. Ну, еще девятый на десятый как бы придет. Стоямба, иди сюда. Придет орда. Но это неприятно. Это вообще неприятно. Хм, вот он, какой он близкий. А у меня, ты знаешь, чего нет? У меня копья нет. А ты понимаешь, что без копья это плохо, потому что... Потому что только копье делает, дает ему кровотечение. Только копье дает ему кровотечение. У меня веревок с собой нет. Раз, два, тает. Раз, два, три, четыре. Да, делай, 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 делай. Дай мне веревку. Отлично, я же тыкаю, 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 тыкаю. Работай, как говорится. И чё, где, где веревки? Странно. Окей, а почему так? Волчонок прям близко. Нам нужны... Он прям ко мне идет. Так, секундочку, мне нужна еще одна палочка. Ну, одна нужна. Вот, 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 стой. Это здесь, не? Сейчас найдем. А, вот оно, что я забыл, блин, веревки только на верстаке делаются. Я думал, только большие такие куски веревок, там 25 и так далее, они делаются на верстаке. Но все-таки даже одна штука делается только на верстаке. Поэтому нужно обходить нашего красавца, делаем вот так вот. И что мы делаем? Мы делаем раз, два, ну давай, давай. Изготовить, потом верстачок нам больше. Да нормальнее, ори, что ты? Нам больше не нужен, у нас это мало, это, то есть это много. Да уберись. Что, нельзя убрать? Ну-ка, обратно, не, обратно не убирается. Окей, в таком случае вот так, вот так и вот так. Три штуки нам нужно и вот это. Сколько там веревок надо-то? Ага, вообще-то просто растительное волокно надо. Пять штук, палка, три штуки и каменный этот клинок. Значит, просто... растительное волокно. А я тут химичу сам себе, как говорится. Проблемы делаю. На тебе вот это. И на тебе раз, два, три, четыре, пять. Во. Есть контакт. Волчонок, извиняюсь, но тебе наступил трындец. Потому что мне тут такие друзья или гости не нужны. Да. Тут, короче, все подряд. И волк, и зомбак. Ну, отлично прям. Следующий, иди сюда. А их двое, что ли? Кстати, я от него убегу. Извиняюсь. Мы сейчас как бы бежим по кругу. Надеюсь, он упадет. Надеюсь, он свалится. Но что-то я прям чувствую, что он... Падай, падла. Не надо за мной бегать.
Серьезно? С одного... О, слава богу, блин. И, блин, вот у меня выносливость была полностью на максимуме. Я ее потратил сейчас, просто бегая от волка. Охренеть. Жесть. Копье вернули? А почему копье не вернули-то? Вот оно. Отлично. Места не хватает, это плохо. Сейчас мы местечко сделаем. Правда, мне хрена тут не сделаем, потому что местечко у нас нет. Вот так вот. И вот так вот. Иди сюда. Давай, выносливо сейчас восстановим. Да ё-моё, блин, вот мазила. Гапицу, иди сюда. Волчонок, тоже ко мне пойди-ка. Ай, как это хреново было. Взял хоть? А ни хрена не взял, нужно бежать, короче, бежать. Эт, твою мать. Закрыл. Закрыл. Ать, стюга, не ломать. Блин, копье там было. Там было копье, у меня выносливость закончится сейчас. Есть. Есть, 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 есть. А, придется, короче, тыкать вот так. Да не то ты берешь, да, ё-моё. Дай, 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 на-на-на-на. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Дай, ты тыкаешь его, не? Тыкаешь, здоровье нормально, то есть жить будем. Ху, слава богу. А, сколько мне... Ух ты ж, ё-моё, бинтов. Да сколько надо, надо целых 3 штуки. Но, как говорится, бывает. Вообще, идеально. Выживание, ё-моё, чё ты думал? Не все так просто, как оно кажется. И зомбак пропал? Зомбак пропал, зато стрела осталась. А я, это, работаю дальше. Так, там у нас деревья было. Дерево повалено. О, еще один, блин. Сколько вас тут гуляет-то? Странно, много их. Не, ну этого придется завалить, потому что, ну, с этим мы уже, по крайней мере, лажать так не будем. На... всякий пожарный случай я, походу, огурцов как бы возьму и хпшечку себе подниму до 100%. Белки, иди сюда. Отлично, где ты? Давай, а то тут ночью будешь мне выть. Вот он. Ну, попасть еще нормально надо. Да? Им как бы так же в голову ее не падает сразу. Круто. Это прям открытие. И перья, говорят, перья. Собирай перья, Кент, перья. Важные перья, очень важные перья. Собрали перья. Че ты бегаешь там? Это смотри, это прям удачка. Удачка прям, иди сюда. И стрела. И перья, главное, что место у нас было. Ух, как много. И вот здесь. Вообще красавец. С одного удара сколько сделал-то. Так, что у нас тут? А, у нас тут телега. Телега это важная часть геймплея. Будем знать, что телега это прям важнейшая часть геймплея, потому что, ну, ты понял. Тут у нас как бы без телеги никак. Блин, тут надо и там открыто оставить, и здесь открыто оставить, чтобы было это отступление-то, как бы надо. Так, это я ставить не буду, пока ворота не сделаю, ты понимаешь? Именно пока ворота не сделаю, я закрывать полностью как бы себя не буду. Вот так. Бросай, кому говорю. Бля, она не всегда бросается. Я в полном серьезе говорю. Куда мне тыкнуть, чтобы она бросалась? О, да бросай ты ее, тут, твою мать. Сколько раз нужно нажать на Е, чтобы он ее бросил? Вот я нажимаю на Е, блин. Бросить телегу. Ну бросай ты ее, а. Если на меня сейчас нападут. Он не бросает ее. На телегу смотрю, наконец-то. Наконец-то. Ага, и дождик. Тут у нас дерево прям рядышком, давайте. О, в дождь придется, и ночью работать придется, мне кажется. Чтобы успеть. Прям придется прям. Короче, получается, что я сделал все подряд. Закрылся полностью. Я думал, что ни хрена не буду закрывать. Ну, в смысле, как бы пару-две отверстий оставлю. Но нифига, блин.
Да, решил все-таки полностью закрыться. Потому что зачем же такой забор, когда будет первая орда, если у меня столько дырок будет? И выходить, заходить будут через вот эту вот дырочку. Да, еще одно бревно сюда поставлю. А если случайным образом нажму и поставлю сюда одно бревно, то мне трындец. То есть я сам не смогу зайти в свой, не знаю, дом не дом. Ну, короче, вы поняли. Так, давайте я это все как бы возьму, потому что это пропадет. Секундочку, так, с палочки это все вот так, потому что мы веревочки сейчас сделали, и... А, не влезает уже. Ой, я когда веревочки делаешь, то у меня был перевес. Так, сюда, ты иди сюда, ты у меня вот сюда ляжешь. Вот это, блин, 100, охренеть, сколько у меня всякой... Блин, уже не влезает, мне нужен еще один ящик. Мне нужен строго еще один ящик, и даже не один ящик. Мне нужно сейчас сделать одно копьецо, потому что у меня одно копье, но я бы сделал себе больше копий. Давайте посмотрим, здесь где-то был шкафчик или что-то по типу хранилища оружия. Вот, оружейная стойка. Та, запросто, что по весу? Просто не запросто, потому что у меня вес большой. Перевес, то есть. Так, досочки, досочки. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Серьезно? Че так? Уйди камень, уйди камень. Вот так вот забираем. Все. 10 досок, досок есть, значит, мы можем с вами захимичить. Вот это. Оружейная стоечка. Стоечку оружейную. Наверное. Сейчас, погоди. Куда, чтобы было красиво, прямо у входа. Во. Она ровно стоит? Не, не ровно. Вот так вот, шикарно. Давайте поставим. Вот тебе и оружейная стойка. Ух ты. Отлично. Че? А, нормально, нормально встала. Так, здесь у меня кирка была. Кирку можно сюда поставить? Капец, как круто, охрененно, блин. И топоры, и факела тоже, да? Шикарно. И теперь я беру... А можно вот просто подойти? Не, подойти просто нельзя, окей. Это дать я сюда поставлю. Мне копья нужны. Птичка, здорово. А мне нужны копья. Копья. Так, забрать. Из этого у меня палочки есть? Есть. И даже возьму еще раз палочку. И сделаем себе секундочку. Чпоньк. Волокно есть? Не, волокна у меня уже нет, мне кажется. Такс. Сколько там надо было? 5, мне кажется, если не ошибаюсь. Давайте сделаем прямо чуть-чуть сейчас. Вот так вот. Раз. Волчонок там гуляет. Давай, иди сюда. Вот так. И не-не-не-не, не факел. Блин, не то сделал. Вот это убрать. Это убрать. Сейчас вот так вот. Отлично. Раз, два, три. И раз, два, три, четыре, пять. О, не? А, иди сюда. А, отлично. И еще такое же сделаем. Так, есть контакт. Изготавливаем третье копье. Вот три копья у меня есть. У меня есть лук. Само собой, лук имеет немножко стрел. 9. По идее, хватит. Я не знаю, какая там орда будет, блин. Сюда... А почему сейчас я могу пройти-то? Я не понял. Так, до сих пор не проходил, ну хрен с ним. Здесь, само собой, да, можем пройти. Странно, ну, и то хлеб, короче. Два входа у меня, значит, открыто. Так, иди сюда. Ты у нас сюда... Не-не-не, ты у нас сюда пойдешь. А вот эти вот мы разобрем. Это у нас дрова. И разберем вот это вот дело, тоже соберем сейчас все. И перекинем все по ресурсам. По ящикам, то есть. Отлично. Все, здесь у нас забито. Есть контакт. Че у нас по статам? Ух ты, по статам нам нужно попить. Готовимся, друзья мои. Готовимся попить. Витаминчики, мне кажется, есть смысл. А где больше витаминов? 10 и 10. Ну, тут слабенько. Здесь мы это ставим для того, чтобы захимичить себе хпшечку. Восстановить, если вдруг на нас нападут. Да, бери. Отлично. И вот это место мы тоже соберем. Короче, это у нас, друзья, 9-й день. Ждем 10-й. И смотрим, что за орда придет. Я забаррикадировался.
Заборчик вообще идеальный. Блин, работал здесь, охренеть, почти что час для этого. Чё по воде? А чё так плохо? Вроде дождь был. Странно. Очень странно, но окей. Я за водой. Так, сделать бы себе еще пару стрел. Так, там перепалки и перепалки и веревки. Погоди, у нас тут веревки были. Иди-ка ты. Блин, ну и зайди вот так вот. А, палочки вроде бы как есть. Перо у нас находится где-то вот здесь. Перо, палка, веревки. И что там еще надо было? Что нужно было для стрел? Кто мне скажет, кто у нас помнит? Перо, палка, веревка. Ага, и камушки. Шикарно. Что по весу? Блин, по весу плохо. По весу плохо. Раз, два, три. Двигаться могу? Четыре, пять. Отлично. Закрыться. На всякий пожарный. Присесть, чтобы они не заметили. И... по пять, мне кажется. По пять. Это значит, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. 5, давай, ставь ты, мое быстрее. Отлично. И что там надо было? И веревка. Раз, два, три, четыре, пять. Шикарно. Вот тебе еще пару стрел. И круто. Так, с нам еще 5 камней. Ага. Перевес уже, что ли? Ну, 37 это многовато. Значит, кое-что мы все-таки сейчас, если влезет где-то, выкинем. Правда, ни хрена не выкидывается. Кроме вот этого. Отлично. Освобождаем себе инвентарь сейчас. Готовимся. Блин, только не дождь. Вот только не дождь. Ёлки зеленые, а? Это тоже не нужен. Перо, палка и веревки. Раз, два, три, четыре, пять. Закрыться. Присесть, чтобы нас никто не заметил, как всегда. Перья, палка. Отлично, есть. Делаем. Текс. Да ну? Чё ломать будешь? Слышь ты, падай, ё-моё. Блин, мне кажется, дверь уже сломали. Вообще-то только 9-й день. 25%. Чё он ломал тут? Лесенку? Ой, починить бы дверь. А, копьё, иди сюда. Копьё, иди сюда. Блин, костер я все-таки оставлю. Пусть он горит всю ночь. Да. Да, чтобы хоть что-то было видно. Надеюсь, будет как бы видно. Готовимся так капитально прям. Ага. Вот так вот. Не тушись. И гори. Ну, мало ли там, чтобы хоть что-то и в доме на всякий пожарный закину, просто пусть горит. На всякий пожарный. Чтоб хоть какое-то освещение было. А то я не знаю, орда приходит после 12, блин, на 10 день. Или как-то по-другому. Хрен его знает. Стрел у нас сейчас 19. Это много. Это на самом деле много. Все. Стоим и ждем. Бинтов понаделать. Бинтов обязательно. У нас сколько сейчас? 15. Так, растительного волокна. Побольше. Иди сюда. Я знаю, ничего не видно, как бы это я как бы и понимаю. Но извиняюсь, извиняюсь. Вот такая вот у нас игра темненькая. Все. Я готов. Сколько сейчас времени? Сейчас поспим, проснемся утром. Я поспал. Игра мне не дала поспать, невозможно заснуть во время на. Твою мать. Небо красное. Какая гребаная орда, блин. Да я сохранюсь. А я хоть что-то видеть буду. Не? Я хочу, чтобы было видно. Ёлки-палки. Факел взять надо. Блин. Мне эти важнее. Как его? Невозможно заснуть, говорит игра, во время нападения. Что, в час ночи будет? А тут музыка есть? О-о-о. Блин, ничего не видно. И?
Сколько их будет, мне интересно? Ты мать! Ни хрена не видно. И не попасть по нему. А чё так ни хрена не видно-то? Я в забор что, не могу попасть в свой? Насквозь, блин, твою мать, а? Ну-ка, стэмба. А, твою мать, нет! Нет. Тихо. Так, где еще там? Сюда, собака. Через забор, давай. О, есть. А, отлично. Ладно, сука. 4. Пока что 4. Забор — конкретная тема. Вообще шикарная тема. А сколько вас это будет? 15%. Ю. Блин. У меня молотка нет для починки. 6 зомби. А вы как-то в другую сторону можете бить? Вот в эту. Чтобы не прошли прям насквозь. Так, стрела, погоди. Блин, окей, соберу так. Стрелу не вижу. Стрела была. Каменная стрела есть. Все? Не, музыка еще идет. А можно я все-таки? Я посплю. Блин, невозможно во время орды, блин. Твою мать, а. Сколько у нас сейчас этого? 12. Как молоток это делается? Погоди. Для починки. Каменный молот. Палка, камушек, веревка. Ё-моё. У меня камушков нет. Палка, камушек, веревка. Такс. Иди сюда. Палка, камушек, веревка. Палочка. Одна штука. И камней у меня ни хрена нет, да? Снаружи тоже нет. Ой, веревку надо. Одна веревочка есть. И мне бы сейчас... Волк, молчи, гадина. Блин, мне камень нужен. Понимаешь? Камень нужен, но я его не вижу. Там камень? Ни хрена. Сейчас сдохну. Ты не поверишь. Я в ночь орды добываю камень. Только дебил такое может сделать. Но ничего, если надо, когда приспичит, не только этим заниматься будешь. Так, сколько у нас там? Главное, перевес сейчас не сделать, а то у меня трындец будет. А, этот, небо-то уже не как его, не красное. Шикарно. Сейчас сделаю ремонт, блин. А какой ремонт, блин? Мне кажется, уже можно спать, не? Ха, нормально. Спать можно. Поразыбаемся. Да, мы прожили первую ночь. Отлично, друзья мои. Могу вас поздравить. Мы вообще как... Сюда, собака. Иди сюда, кому говорю. Вот так вот. Стрела, правда, пропала. Но еще надо было тебе приходить. Нормально. Фу. Прожили. Прожили. Вообще красавцы. Что ж такое? Что ж такое у нас тут? Что такое? Что такое? Уберись. Уберись, у нас тут важное дело. Давай. Важно. Отлично. Смотри. Как это чинится? Я сам не знаю просто. Нам нужно сейчас проверить. Чё? Починить с помощью... с помощью досок. То есть строишь ты это из всякого говна. Прям из всякого, да, говна, да? Из этих дров... Не дров, а бревен. А чинить надо из досок. Капец. Ни хрена себе. Дорого, однако. Починочка у нас-то.
Так, давай собирать. Дай выкинь ты, что там у нас еще мешает. Пока это куда-то поставим. Как говорится, другой зомбак придет. Ну, блин, прикольно, прикольно. Друзья мои, в следующей серии, получается, мы с вами займемся уже вылазкой где-то в какие-то города, потому что есть на карте города. Я про них не знал и не видел и не замечал. Но они на самом деле есть. И мы полностью починили с вами забор. Я еще сделаю кружочек и посмотрим, что у нас там будет. Будет. А на этом мы заканчиваем. Если вам все понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх. Не забудьте подписаться на канал, конечно, чтобы не пропустить следующие серии, как у нас вылазка будет в города разные. И прощаюсь. Всем удачи и всем, конечно же, пока, друзья мои.